Всем здорово! Сегодня у меня на тесте мои же мышки Razer Naga и Razer Naga более новая обновленная версия Expert MMO. Эта мышка, конечно, уже не работает. Она была у меня около 4 лет, и у нее, вот видите, запала. Не работает. Вот эти две. Там сломался шток, который держит их. А вот рабочая мышка. Здесь слева вот 12 кнопок. Под вашу любую можно кнопки назначить под любой как вид. Что хотите, что и назначайте на кнопки. Ну, в играх очень как удобно и хорошо рука ложится. И очень удобно как пользоваться этими кнопками. В основном я играю в Battlefield 3. И очень удобно. Также идет вот сверху две кнопки, тоже можем их назначить. Колесико крутящиеся тоже. Также она тоже с подсветкой. У нас светится колесико. И сзади рейзеровский матовый индикатор идет. Их логотип. Справа идет глянец. И снизу также вот основные, как можно сказать, вид настроек. Вот. 1, 2, 3, и нам это можно переключать между вашими профилями. Так. Верхушка сделана с мата, а боковинки сделаны из глянца. Вот сама коробка. Вот их фирменный значок. Мышка стоит около $100. Так, вот также идут сменные картриджи. Сейчас мы посмотрим их. Ну и под любой Windows это проблема. Вот тут была мышка. Сейчас мы откроем коробку. Вот такая коробочка. И тут в основном идут драйвера и их книжки идут книжки Razer с их как игровыми различными инструментами, видеока, ой, мышки, наушники, клавиатуры. Это вот характеристика. Это вот про мышку тоже настройки. Это и в основном их, про их продукцию. Тут тоже идет с подписью директора. То, что их продукт лицензирован и очень востребован в игровой индустрии. Тут идут на мышке. Вот сбоку, которые есть кнопки, их можно будет под ваш как. Чтобы не перепутывать, можно будет на кнопки лепить вот эти вот маленькие кругляшки для более как удобной игры. Ну а тут тоже их продукция. Тут идет вот сменные боковые картриджи у нас. Есть толстый, есть тонкий. Где этот картридж лежит? Вот смотрите, справа. Вот мышка лежит удобно. Как видите, руку обтекает. Вот справа есть вот эта боковинка. Она есть также уже и маленькая, средняя и вот высокая выступающая. Вот это самая высокая. Снимается очень легко, она на магнитах. Вот. Вот ее боковина. Я их не доставал, не менял, так меня устраивает очень широкий вариант. Вот поуже вариант идет. Видите? И самый узкий, вот он. Это самое широкое стоит. Уже еще уже. Ставится так же легко. Все. Одним движением. Вот этой мышкой я пользовался 4 года. Ну, так сказать, по моей вине она сломалась.
Это уже более тоже 3 лет. И скажу, никаких минусов нет. Покупайте. Мышка хорошая. Также потом видео сделаю ее настройки, какие есть в Windows. Там очень много под нее настроек. Можно также несколько профилей ставить и переключаться между играми. Очень удобно. И на ней никак не стоит рука. Все очень как. Ну, сделано. Сделано специально для геймеров. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.